Он сказал, я обязательно выздоровлю, я не буду овощем, но я, говорит, буду сильным. Я сначала не мог даже подумать, что это может быть что-то у меня такое вот онкологическое или связанное с кровью. Я вроде вел здоровый образ жизни, занимался спортом, питался более-менее правильно, а тут такое. Сначала я думал, что это просто какая-то переутомляемость, потому что у меня болели мышцы, кости. Я как-то не обращал на это внимания. Ему было 16 лет. Это было лето. Лето было жаркое в 2020 году. У него поднялась температура. Мы подумали, ну, может быть, какая-то там, ну, простуда. Первая узнала о диагнозе мама. Она сначала мне не говорила об этом первые часы. И когда мама плакала, я пытался ее успокоить, а она успокаивала меня. Сейчас мы активно с папой занимаемся алгеброй и геометрией, потому что я готовлюсь к сдаче профильного экзамена ЕГЭ по математике. Конечно, мы, родители, очень сильно за него переживаем и стараемся всячески его поддержать. Стараемся находиться всегда вместе. В больнице у меня открылось много свободного времени, чтобы заняться подготовкой к экзаменам. Препарат, который закупил для меня благотворительный фонд «Русская медная компания», за что им большое спасибо, я хочу сказать, он капается 28 дней непрерывно. Для Димы был закуплен крайне дорогой препарат. Стоимость одного курса лечения – несколько миллионов рублей. Препарат очень эффективен в отношении острого лимфобластного лейкоза. Ценишь жизнь-то все равно. Понимаешь уже, когда такое приходит, что есть на самом деле в жизни-то другие какие-то чувства, забота. Ну, вот и он вот такой стал больше даже заботиться о нас с папой. С болезнью мы будем бороться до конца, конечно, это и она нас не победит, мы все равно будем сильнее, потому что мы семья, мы его очень любим, так что тут никаких, это все без вариантов.